Еще раз добрый вечер всем. Сегодня у нас семинар, один из целого цикла семинаров, который мы проводим в нашем центре для наших выпускников, для тех, кто собирается проходить у нас какие-то курсы. В целом они посвящены обсуждению каких-то определенных узких тем. Сегодня наша тема заявлена как роль инструментов аналитики в современном диджитал-маркетинге. И веду его я, Васин Яков Михайлович, в нашем центре, центре-специалист. Я работаю уже 7 лет и веду все курсы по интернет-маркетингу и, в частности, все курсы, связанные с диджитал-аналитикой. И поэтому, естественно, что я буду стараться рассказывать в контексте того, что проходит у нас в центре, ну и затрагивать некоторые темы, возможно, которые у нас не, скажем так, не озвучиваются. И опять же хотел немножко сказать об организации. Занятие у нас не занятие, это у нас свободный семинар, повторяюсь, он у нас продлится до 18:15. Я обычно строю его таким образом. Сначала небольшая история, доклад с моей стороны для того, чтобы погрузиться в тему. И затем я жду каких-то ответов, вопросов, точнее, от вас, и, соответственно, постараюсь дать ответы на все, что связано с интернет-маркетингом. Возможно, даже какие-то вопросы у вас появятся и не напрямую ассоциированные с этой темой. Тоже нормально, ничего, если они касаются интернет-маркетинга, я с удовольствием пообсуждаю их с вами. Соответственно, начну я с инструментария аналитики, и поскольку сама тема заявлена именно как роль, немножко расскажу сначала о том, с моей точки зрения, какую функцию выполняет интернет-маркетинг, точнее, интернет-аналитика в интернет-маркетинге. И еще буквально пару слов насчет организации. У нас в режиме вебинара много слушателей, есть слушатели в аудитории. Я думаю, что вопросы лучше задавать в режиме чата. Очень много подключено, особенно удаленных слушателей. В режиме голоса, к сожалению, не получится, наверное, здесь сейчас подключиться. А вот в чате можно смело, соответственно, оставлять ваши вопросы, и слушатели в аудитории тоже. Но можно задавать и по ходу, собственно, рассказа. Я думаю, что это сделает нашу встречу более живой. А чуть позже я оставлю особое время для ответов на вопросы. На всякий случай, если есть вопросы сразу же или какие-то, скажем так, интересные моменты, на которых хотелось бы остановиться, я готов выслушать. Да, это все потом будет, чуть-чуть попозже. Действительно, об этом поговорим. Я вот вижу парочку тем. Итак, инструментарий аналитики. Вообще, диджитал-маркетинг сейчас в настоящий момент довольно широкое течение. Как знаете, в диджитал-маркетинг входит огромное количество инструментария. Это одно перечисление, наверное, займет там с десяток наименований, но напомню вкратце, что это у нас SEO, это у нас email маркетинг, это у нас контекстная реклама, это у нас медийная реклама, это у нас социальные сети, это у нас разного рода специфические форматы типа аффилиат маркетинга, ну и так далее, и тому подобное. То есть перечислять можно действительно очень долго. И все инструменты диджитал-маркетинга в целом ведут к чему? К тому, что мы получаем в той или иной форме посетителей наших ресурсов, клиентов, людей, которые скачали наши мобильные приложения. Кстати, мобильный маркетинг тоже еще одно направление, активно развивающееся сейчас. И практически во всех этих инструментах присутствует некоторая форма вложений. То есть все эти инструменты в той или иной степени требуют каких-то затрат. Как правило, это затраты, во-первых, финансовые, во-вторых, это затраты еще и какие-то временные, усилия необходимо приложить какие-то для того, чтобы из того, что мы называем интернетом, найти
отобрать тех потенциальных клиентов, которые к нам могут реально прийти и воспользоваться нашими продуктами и услугами, и затем привлечь их либо на наши сайты, либо в наши приложения, либо на наши соцсети и так далее и тому подобное. Поскольку эти затраты могут быть очень и очень даже немаленькими, и часто, кстати, их нельзя даже оценить в буквальном смысле, потому что они могут быть косвенными, то есть это не всегда только прямые платежи в какие-то рекламные системы, то, как правило, главный вопрос всего диджитал-маркетинга, в конце концов, остается таким. Наши усилия оправдали себя или нет? Если они оправдали, то какие именно из этих усилий дали нам наибольший эффект? Если мы вложили свои средства, ресурсы в какие-то из каналов продвижения, то какой из этих каналов оказался наиболее эффективным и какой, наоборот, наименее эффективным? К сожалению, ответить на этот вопрос однозначно заблаговременно, как правило, в большинстве бизнесов невозможно. То есть всегда это результат каких-то экспериментов. Это означает, что в большинстве случаев для того, чтобы эти эксперименты проводить, нам необходим какой-то инструмент, который позволил бы, собственно, замерять результаты эти самые, для того, чтобы сравнение можно было проводить, а, собственно говоря, тестирование этих каналов могло быть реализовано. Вот как раз главная, с моей точки зрения, цель создания вообще всех инструментов аналитики, она именно в этом и заключается. То есть, если посмотреть на все это здание интернет-маркетинга в целом, как некую большую, огромную систему, то вообще-то аналитика стоит во всей этой системе на вершине этой пирамиды. И в нее, в эту самую аналитику и упирается все это великое здание большое. Причина простая. Без инструментов аналитики фактически работа в области диджитал-маркетинга будет блужданием в потемках, то есть действиями на ощупь, действиями на обум. И в большинстве случаев эти потери, я имею в виду, от вложенных усилий, вложенных денег в мероприятия по продвижению, они будут огромны. Исходя из этого, фактически для современного интернет-маркетолога навыки, умения, знания в области интернет-аналитики являются обязательными. Без них невозможно не оценить эффективность своей работы, не сравнить себя с конкурентами, не выбрать правильную стратегию, не оттолкнуться в сторону правильной тактики и так далее и тому подобное. Сейчас на рынке огромное количество инструментов, предложений превышает, по-моему, все разумные объемы. Действительно, можно найти целый спектр инструментариев. Во-первых, современные системы аналитики условно делятся на так называемые пользовательские, на так называемые сессионные. Сейчас, правда, грань между ними практически уже стирается полностью. Кроме того, в области аналитики сейчас наблюдается довольно серьезный тренд, довольно большие потери в области аналитики из-за всемерно применяющихся инструментов блокировщиков рекламы, из-за политики разработчиков браузеров, например, как Safari недавно умудрился выпустить новый апдейт, в котором срок жизни куки составляет 2 недели. И масса других причин приводит к тому, что аналитика усложняется, то есть ведение аналитики становится уделом людей искушенных, людей, которые в этом очень хорошо разбираются. Рядовому пользователю, любому рядовому маркетологу бывает очень нелегко освоить эти направления. Собственно, в нашем центре есть целый ряд курсов как раз именно для этого, для того, чтобы дать возможность получить базовые понятия, от которых потом в дальнейшем можно уже отойти в сторону уже какой-то более глубокой аналитики и легко в ней не потонуть. Так вот, инструментарий аналитики очень широкий. Перечислять можно очень долго, но лидерами у нас уже давно, много лет, статистически являются 2 главных инструмента. Это Яндекс.Метрика и Google Аналитика. Недаром именно на этих инструментах у нас основные акценты в нашем центре. И
вообще в целом у нас в Брунете. Чуть-чуть немножко скажу о каждом из инструментов. Конечно же, это Яндекс.Метрика, всем хорошо известный инструмент. Чем он характеризуется? В первую очередь, очень-очень серьезной простотой, то есть очень упрощенным интерфейсом, упрощенным не в плохом смысле этого слова, а действительно позволяющим, в общем-то, начинающим аналитикам очень легко освоить этот инструмент, хотя в нем на самом деле кроется очень много сложных, мощных функций, кстати говоря, множество функций таких, которые не имеют даже именитые конкуренты в виде Google аналитики или какого-нибудь Adobe Analytics там, и так далее. Собственно, начинать освоение инструментов аналитики с метрики, наверное, будет самым разумным решением для тех, кто действительно хочет начать с простого. Не всегда это стопроцентно эффективный путь, потому что, допустим, его противовес инструмента, я имею в виду противовес Яндекс.Метрики, это Google аналитика, сейчас имеющая в настоящий момент две версии, метрика у нас имеет только одну, бесплатную версию. В Google аналитике сейчас активно продвигают еще и платную версию, что и было раньше, сейчас особенно активно стало продвигаться, Analytics 360 и бесплатная версия просто Google аналитики. Отличия между этими системами не критичны, все вы можете найти сравнение между этими двумя системами на сайте самого Google Analytics. Сейчас новая платформа, маркетинг-платформа Google.com, содержит информацию по всем маркетинговым инструментам Google. Ну и очевидно, что да, главное отличие в том, что одна из них платная, вторая бесплатная. Надо сказать, что интерфейсно они абсолютно идентичны, то есть это один и тот же инструмент. В платной версии просто у нас очень сильно уменьшены лимиты и ограничения на самые разные моменты, на объемы собираемых данных и так далее. То есть в большинстве случаев начинающим маркетологам, начинающим владельцам сайтов начинается аналитика обычного вполне разумно. То есть те ограничения, которые есть в бесплатной версии, они наверняка им совершенно будут не важны. Нельзя останавливаться на этих инструментах. Очень бы хотелось, конечно, поговорить обо всем. Многообразие современной аналитики – это и вправду десятки сервисов разного плана. Повторяюсь, Google Аналитика, Яндекс.Метрика – инструменты в большей степени сессионной аналитики. Во всяком случае, как инструменты сессионной аналитики, они появились и развивались. Сейчас они уже активно мигрирует в сторону пользовательской аналитики, пытаясь, соответственно, конкурировать с такими инструментами, как Kissmetrics, Mixpanel и так далее, традиционно такими пользовательскими системами аналитики. Но рынок меняется, системы растут, функциональность увеличивается. Собственно, опять, если вернуться к нашей теме, роль, да, то есть хотелось бы сказать немножко о том, какую роль они играют для выстраивания, собственно, аналитики, ой, для выстраивания интернет-маркетинга в организации, в компании. В первую очередь, постоянно, по-моему, я это повторяю на каждом нашем либо семинаре, либо на наших курсах, что маркетинг в целом условно, гуру маркетинга делят на три основные области применения. Первая область применения маркетинга – это формирование спроса, это формирование интереса, это формирование известности, узнаваемости, лояльности аудитории к вашему бренду, товару, услуге и так далее. На базе этой, точнее для реализации этих функций, в инструментах маркетинга есть медийная реклама, в первую очередь, которая как раз на эти цели работает. Неплохо может работать в этом смысле социальные сети, инструменты видеорекламы, например, и так далее. Современные инструменты аналитики, такие как Яндекс.Метрика и Google Аналитика, в полной степени сейчас охватывают все необходимые потребности маркетолога для анализа этих аспектов, которые я перечислил, то есть формирование узнаваемости,
лояльности и так далее, и так далее. И в Яндекс.Метрике, в Google Аналитике есть отчеты, которые позволяют сделать оценку в динамике изменения степени заинтересованности аудитории нашего ресурса для того, чтобы оценить эффективность наших мероприятий. Вторая маркетинговая цель, средняя из трех, это продажи, это прямые продажи. Она нацелена на перформанс, так называемый маркетинг, то есть прямое предложение, на формирование продаж. И здесь, ну, наверное, тут вообще обойтись без инструментов аналитики невозможно, поскольку в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, настройка правильных рекламных стратегий на продажи возможна только при условии, если вы подключаете инструменты аналитики и обратную связь с системам рекламным даете через собранную статистику в аналитике. Здесь, конечно, разумно вспомнить про Яндекс.Директ, который является сейчас основным лидером у нас в Рунете. Ну и немного отстает от него Google Ads. Опять же, возникает вопрос, если я использую все инструменты продвижения, например, если я задействую и сервисы Яндекса, и задействую сервисы Гугла, и возможно, что я использую еще и системы социальных сетей, и также я могу использовать поиск, например, Mail.ru или какие-то другие площадки, которых на рынке у нас много, то какие инструменты аналитики лучше всего подойдут мне? Однозначного ответа здесь нет. По статистике мы видим, что примерно 80% всех интернет-ресурсов используют одновременно, те, кто использует аналитику, используют одновременно и Яндекс.Метрику, и Google Аналитику. То есть в большинстве случаев, если наша задача оценить эффективность работы в Яндекс.Директе, например, Яндекс.Метрика, конечно, будет наиболее комфортным, удобным инструментом, потому что между системами Директ и Яндекс.Метрика есть прямая связь. То есть они напрямую интегрированы друг с дружкой, и с минимальными усилиями мы можем передавать все данные по действиям пользователей в поиске, в рекламе, по взаимодействию с нашей рекламой и, соответственно, с тем, что происходит непосредственно у нас уже на сайте. Система аналитики устанавливается, конечно, на нашей площадке, а также и Яндекс.Метрика, и Google Аналитика умеют работать внутри мобильных приложений тоже. Тут, правда, есть особенность. Современные эксперты в области мобильной аналитики рекомендуют для анализа статистики поведения пользователей в мобильных приложениях использовать некоторые другие инструменты. Их очень много сейчас на рынке. Это Appmetrica и другие. Поэтому по статистике, опять же, если посмотреть, то Яндекс.Метрика и Google Аналитика для аналитики мобильных приложений не так часто используются. Но возможности такие есть у обоих этих инструментов. Поэтому надо понимать, что мы можем охватить здесь даже и инструментарий мобильных приложений. В случае, если мы работаем с сервисами Google, например, это может быть Google Ads, это может быть ютубовская реклама, видеореклама в YouTube, это могут быть какие-то другие площадки Google, то тут опять логично, что интеграция с Google Analytics будет максимальная и удобная и практически автоматическая, то есть без наших дополнительных усилий мы можем передавать все данные из наших рекламных систем в Яндекс, в Google Аналитику, извиняюсь, и наоборот, из Google Аналитики в, соответственно, рекламные системы. Какие действия может отслеживать Метрика или Google Аналитика, которых мы, что могут они нам дать, что не могут дать нам сами системы типа Яндекс.Директа или Google Ads? Рекламные системы способны следить, получать информацию о действиях пользователя до того момента, пока он не перешел к нам на сайт или пока он не загрузил наше мобильное приложение. С этого момента все действия пользователя на нашем сайте или внутри мобильного приложения становятся недоступны для рекламных систем, потому что у них нету
щупалец, которые бы могли собирать статистику по действиям пользователей на наших ресурсах. И вот здесь как раз в дело вступает Яндекс.Метрика и Google Аналитика. В большинстве случаев, как я сказал, оба этих инструмента установлены на большинстве сайтов современных по той причине, что рекламодатели не ограничиваются одной площадкой, а обычно используют несколько. И как следствие, благодаря аккумуляции данных, которые недоступны в рекламных системах, мы можем передавать эти данные из метрики и Google Аналитики обратно в рекламные системы для того, чтобы настраивать таргетинг показов на рекламных инструментах. И вот в этом смысле, мне кажется, помимо сбора статистики, помимо понимания того, какие из инструментов и что нам передают, дополнительная, и я бы сказал даже, что более важную функцию несут эти системы, это передача информации о том, какая часть аудитории, какие пользователи, пришедшие к нам из рекламы, совершили максимальное количество конверсий, максимальное количество целевых действий и так далее. Благодаря этому современные системы рекламы обучаются. Сейчас везде используются инструменты machine learning, машинного обучения. Получая данные от систем Яндекс.Метрики или Google Аналитики, они обучаются на этих данных, понимая, каким именно пользователям лучше показывать ваши рекламные месседжи для того, чтобы вы получили максимально высокий эффект. И во всех сейчас современных инструментах Директ, Яндекса или Google Ads и так далее есть возможность настроить показы рекламных ваших объявлений на ту часть аудитории, которая с наибольшей вероятностью у вас на сайте совершит клик, не просто клик, а именно целевое действие. В противном случае, если мы не используем инструменты аналитики, то все наши усилия на размещение качественной и правильной целевой рекламы в конце концов будут все равно упираться в возможности возможности автоброкеров соответственно рекламных систем, которые, не имея данных о действиях пользователя на сайте, будут всего лишь таргетировать наше объявление на пользователей, которые с наибольшей вероятностью кликнут по нашему объявлению, а что уже они там сделают дальше у нас на сайте, это их уже не интересует. То есть они рады были бы предоставить какие-то более серьезные возможности здесь, но без метрики и аналитики получить эти данные невозможно. И таким образом, вот эта вторая часть аналитики, помимо, собственно, сбора статистики и просмотра каких-то отчетов, она представляется мне наиболее вот важной частью. Плюс современные все системы аналитики, особенно это интересно для перформанса, опять же, маркетинга, продолжаю говорить именно о нем, они дают еще третью возможность, которую, мне кажется, еще пока недооценивают очень многие владельцы небольших бизнесов в интернете. Во всяком случае, по-моему, не так известна эта возможность, или не совсем допонимают они эту уникальную возможность систем аналитики. Они позволяют размечать всех посетителей, которые были у нас на сайте, с помощью меток. Точнее, это кукисы, обычные стандартные кукисы, файлики, которые сохраняются в браузерах пользователей. Размечать их этими уникальными идентификаторами в виде куков, благодаря чему во всех системах, метрики, в Google Аналитике мы можем собирать сейчас аудиторию. Вот это третья функция, которую дает современная система аналитики, это сбор информации по аудитории, она в стратегическом плане даст выигрыш на рынке тем, кто это делает. Кто этого не делает, он в самое ближайшее время окажется лузером, проиграет, скорее всего, ближе к конкурентам, которые будут это делать. То есть идея довольно простая. Если у нас есть на сайте или в приложении инструмент, установленный счетчик, скрипт Яндекс.Метрики, Google Аналитики, то в момент, когда пользователь приходит к нам на сайт, мы можем ему в браузер сохранить куку. Этот файлик сохраняется в зависимости от типа браузера. Сейчас пока вот мы видим в Safari от 2 недель и до 2 лет, и даже больше, в случае с Google Аналитиком, например, и с другими браузерами,
И в результате пользователь, даже уйдя с нашего сайта, уносит с собой этот самый файлик. Есть, конечно, определенные и здесь проблемы. Например, есть пользователи, которые куки удаляют, чистят с определенной степенью регулярности. Но это не 90 даже процентов, это даже не 20%. То есть средняя статистика на уровне 14% находится. То есть это в любом случае позволяет нам не меньше, чем 80% аудитории все равно сохранять. И дальше начинается самая интересная магия, а именно с момента, когда мы настроили в наших системах Яндекс.Метрики или Google Аналитики аудитории, у нас появляется возможность на эту аудиторию дополнительно настроить показы нашей рекламы. И вот тут возникает третья маркетинговая функция, называемая ремаркетинг. Слово ремаркетинг означает повторный маркетинг или дополнительный, как угодно можно его переводить, но смысл в том, что он нацелен на тех людей, которые уже были у нас на сайте или в нашем приложении и так далее. И благодаря только инструментам сбора аудитории Яндекс.Метрики и Google Аналитики в рекламных системах, в Google Ads, в Яндекс.Директ у нас появляется возможность создать объявление, кампанию рекламную на аудиторию, которая была у нас на сайте. При этом мы можем эту аудиторию в тех же Яндекс.Метрике, в Google Аналитике разделить на аудиторию, которая совершила нужное нам конверсионное действие, аудиторию, которая не совершила нужного действия, аудитория, которая там провела на сайте больше 3 минут и просмотрела не меньше 3 страниц. Самые разные можно создавать сегменты аудиторий. И после чего, в зависимости от того, какой это сегмент аудитории, на него мы можем таргетировать разные рекламные показы. То есть, например, на пользователей, которые что-то у нас купили, для них мы можем показывать рекламные объявления о новостях каких-то, об обновлении наших каталогов, о новых каких-то акциях и так далее. Тем, кто совершенно ничего у нас не купил, мы можем предложить какие-то эксклюзивные условия в виде купонов, скидок там и так далее. По статистике ремаркетинговая стратегия значительно превышает по эффективности любые другие виды интернет-маркетинга. И это логично, потому что люди уже были у вас на сайте, они уже познакомились с вашим предложением, что-то их остановило, да, возможно, цена, какие-то конкуренты им понравились больше, но здесь как раз у вас и появляется возможность повторно обратить внимание этих людей, и поскольку они уже целевые для вас, вы можете уже с большей вероятностью превратить их в ваших клиентов. Только метрика, только Google Аналитика позволяют это сделать. Ничто другое. Ну, я не забываем, конечно, о том, что, например, есть система аналитики, кстати говоря, у всех социальных сетей. То есть у Facebook это Facebook Pixel, и у ВКонтакте, и у MyTarget, и так далее. Кстати, все они работают абсолютно по одному идентичному принципу, как и Яндекс.Метрика, как и Google Аналитика. Кстати, поэтому у нас в центре курсы по аналитике разбиты на отдельные, собственно, модули, на отдельные курсы. Первый из них называется «Основы по аналитике», где рассматриваются базовые работы всех современных скриптовых инструментов аналитики. Это Facebook Pixel, это Яндекс.Метрика, Google Аналитика, соответственно, ВКонтакте там аналитик и так далее. То есть работают они все на одной базовой логике. А уже затем можно идти на отдельные курсы по, соответственно, Яндекс.Метрике или Google Аналитике и так далее. Это уже в зависимости от ваших задач и возможностей. И третье и последнее, что я, соответственно, хотел бы еще добавить к возможностям Яндекс.Метрики, Google Аналитики. Это продолжение темы с аудиториями, то есть если вы создаете, умеете создавать в этих инструментах аудитории ваших посетителей, дальше начинается полная магия. Вы можете на основе информации, собранной информации по аудитории, которая была у вас на сайте, и что-то сделала или что-то не сделала, например, вы можете аудиторию для тех, кто совершил у вас на сайте конверсию. А затем методика эта называется look-alike. По-русски это в переводе означает похожие на
тех, кто у вас что-то купил или заказал, вы можете с помощью инструментов машинного обучения, опять же, которые есть у Яндекса и у Гугла, взяв эту аудиторию в качестве образца, создать новую аудиторию тех посетителей интернета, которые у вас никогда на сайте не было, вы им никогда не показывали вашу рекламу, но они по своему поведению, по своим интересам, по полувозрастному составу полностью похожи на тех, кто у вас что-то покупал. Исходя из этого, мы предполагаем, есть очень высокая степень вероятности, что если привести к нам на сайт, то они тоже воспользуются нашим предложением. И здесь возникает уже совсем мега возможность по таргетированию любых наших рекламных инструментов на аудиторию интернета, которая абсолютно похожа на тех, кто у нас что-то покупает. Не на тех, кто набирает какой-то запрос, типа купить смартфон Samsung. Те, кто набирает этот запрос, их огромное количество. Не факт, что они покупают, и не факт, что они еще и покупают у вас. А вот таргетироваться на людей, которые покупают и не просто набирают этот запрос, а еще и покупают, и плюс еще и покупают у вас, это вообще замечательно, или могут купить у вас. Вообще замечательная возможность, по-моему, альтернатив у нее совсем нету. И исключительно метрика, исключительно Google Аналитика могут предложить эти возможности. То есть вот таким образом мы приходим с вами к третьей, последней функции маркетинга. Это поддержка спроса, называется она ремаркетинг. И здесь возможности современной аналитики вообще безграничны. Вот что я бы хотел рассказать сегодня. Это основная моя тема, и мне кажется, она охватывает полностью современное состояние интернет-маркетинга. Мы не затрагиваем какие-то детали, подробности здесь, но если вы как интернет-маркетологи будете понимать вот этот весь спектр возможностей и в каждом из них действовать соответствующим образом, используя и систему аналитики, они работают на всех уровнях, то есть и на уровне осведомления, и на уровне продаж, и на уровне поддержки спроса, без них ни на одном из этих уровней эффективного маркетинга не получится сейчас в интернете, это просто невозможно. Не забывайте, учитесь, старайтесь внедрять и применять систему аналитики как можно раньше. Чем раньше вы начнете это делать, даже если вы сейчас в настоящий момент, пока только молодой бизнес и не собираетесь заниматься там каким-то ремаркетингом, вы пока еще просто радуетесь, что к вам кто-то пришел, вообще два человека за неделю, его для вас уже праздник, но знаете, что рано или поздно вы вырастете, а вот чем раньше вы включите инструменты аналитики, чем раньше вы начнете собирать эту аудиторию, чем раньше у вас накопится необходимый объем данных для того, чтобы алгоритмы машинного обучения смогли уже эффективно построить модели лук-алайк и так далее, тем лучше. То есть хуже, когда приходит клиент, например, я работаю и как эксперт, диджитал-маркетолог, у меня свое диджитал-агентство, мы ведем клиентов и видим, когда приходят уже довольно развитые ресурсы, бизнес-ресурсы, на вопрос, а у вас что-то установлено, есть возможность уже где-то что-то посмотреть, оказывается, для того, что просто поставили счетчик в типовой конфигурации, больше у них ничего и не сделано. А, к сожалению, надо помнить о том, что в типовых конфигурациях счетчики, метрики, Google Аналитики, Facebook и так далее, они в большинстве случаев не позволяют собрать нужного нам набора данных. То есть они, да, они что-то фиксируют, что-то регистрируют, какие-то отчеты показывают, но это не совсем то, что нам необходимо. Настройка продаж, отслеживание продаж, отслеживание конверсий, отслеживание целевых действий – это главная функция инструментов аналитики, и она по умолчанию в дефолтной конфигурации не реализована. Поэтому она требует дополнительных еще вмешательств интернет-маркетолога и аналитика. Подошло время нашим вопросам, поэтому я с удовольствием отвечу на что-то, наверное, я затронул какие-то струны у кого-то появились вопросы, с удовольствием на них отвечу. Передаю слово вам,
аудитории. Использование разметки. Вопрос касательно UTM, меток, который позволяет отследить активность по каждому действию пользователя, по каждому источнику, каналу. Действительно, в системах аналитики, причем, что для нас приятно и позитивно, что и в метрике, и в Google аналитике можно использовать один и тот же инструмент ручной разметки, называется он UTM-разметка. Это способ, по которому мы можем понять, откуда пришел к нам посетитель, даже в том случае, если информация об источнике перехода не сохраняется, не передается или теряется где-то по дороге. Таких примеров очень много. Причину этого, как правило, технические. И действительно, для инициализации эффективного анализа источников, анализа каналов в аналитике часто приходится прибегать к инструментам разметки. Кстати говоря, это именно та причина, по которой, если мы размещаемся с помощью инструментов Яндекс.Директа, например, то использование Яндекс.Метрики было бы наиболее логичным, потому что есть так называемые дефолтные методы разметки ссылок во всех рекламных системах. В Яндекс.Метрике она называется YClick, Яндекс Client ID, или как-то так она расшифровывается, но в любом случае выглядит она как YCLID, и она добавляется, эта метка, автоматически ко всем адресам страниц в наших объявлениях перед тем, как, соответственно, эти объявления покажутся. В результате, благодаря этой автоматической разметке, в метрике мы всегда видим, откуда именно, с какой компании, с какой объявлений, с какого объявления, по какому запросу поисковому, по какому ключевому запросу пришел данный посетитель и, соответственно, что он дальше сделал. Абсолютно аналогичная система есть и у Google, только она называется Google Client ID, соответственно, GCLID сокращенно, и позволяет она также при переходе из рекламных инструментов Google или YouTube в Google Аналитике видеть детальную информацию об источнике перехода. При этом она автоматическая, эта разметка, чем хороша, и абсолютно не требует никаких с нашей стороны телодвижений. Но в случае, а я сталкиваюсь, вот, например, часто с такой ситуацией, особенно это касается организаций, которые здесь у нас работают в формате представительства. Например, у них есть головной офис где-то в Европе или там в Азии где-то еще. И у них корпоративный стандарт – это, например, использование того же инструмента Google Analytics, который все-таки в мире более известен, конечно, чем Яндекс.Метрика. В итоге они говорят, мы вынуждены работать с Google Analytics исключительно, при этом нам нужно анализировать трафик, приходящий из того же Яндекс.Директа и так далее. И вот здесь как раз вступает в действие UTM-разметка. Она ручная, она, к сожалению, требует, собственно, внесения меток в URL-адреса вручную, то есть это определенные трудозатраты, но зато и метрика, и Google Аналитика прекрасно понимают эту разметку, и только во многих очень случаях, только благодаря ей мы можем корректно и правильно отслеживать статистику по переходам, например, из социальных сетей. То есть, кстати, с социальными сетями особенная проблема, связана она с особенностью, собственно, функционирования самих социальных сетей, как правило, потому что это закрытые интернет-системы, по сути дела, и у них у многих переходы из социальной сети на внешние какие-то ресурсы реализуются с помощью разного рода редиректов, либо каких-то еще там схем. И благодаря этому мы в отчетах аналитики часто теряем информацию о том, с какой конкретно социальной сети пришел, или что он вообще из соцсети пришел. Или даже если он пришел, мы видим из Фейсбука, но почему-то этот трафик падает у нас в реферальный трафик, вместо того, чтобы лежать в социальном трафике. И масса других возникает неудобств, особенно вот с соцсетями. И поэтому UTM-метки, да, действительно помогают определить активность по каждому посту, по каждому не совсем посту, если мы говорим про соцсети, а, например, вы создали какой-то пост в соцсетях и установили в этом посте ссылку на вашу страницу, на ваш основной контент какой-то. В результате мы можем отследить всех посетителей, которые пришли к нам, кликая по этому посту, но не только непосредственно нашей странице, я имею в виду, а даже если кто-то поделился, то есть нажал кнопку share,
поделиться в Фейсбуке или просто поделиться ВКонтакте, и этот пост оказался у него на странице. В любом случае, все посетители, которые будут кликать по этой ссылке, будут у нас регистрироваться как посетители, которые пришли именно с этого поста. Что есть, мне кажется, вообще замечательная возможность UTM-меток. Используйте их, и они решают много проблем в аналитике. Да. Хочу сделать небольшой анонс. У нас скоро будет еще один семинар, посвященный диджитал-маркетингу, и на нем будет тема рассматриваться того, что сейчас находится в мировых трендах в диджитал-маркетинге, и при этом, что у нас не находится в широком мейнстриме, будем так говорить. То есть сопоставление того, куда движется интернет-маркетинг крупных, ну, скажем так, рынков, и наш достаточно такой местечковый сегмент рынка со своими особенностями. Будем сравнивать вот эти вот отличия. Я достаточно регулярно бываю на различного рода конференциях, в частности, вот на конференции Digital Marketing в Нью-Йорке был, вот уже в третий, наверное, или второй раз, не помню. И, собственно говоря, у меня есть определенные наблюдения, хотелось бы ими поделиться. Вот такой семинар у нас запланирован в ближайшее время. Смотрите на нашу программу семинаров, мы там поговорим об этих темах. Ну и если на этом сегодня нет больше вопросов, то спасибо всем, кто пришли, спасибо всем, кто участвовали, за вопросы спасибо. Ждем на наших встречах дальнейших, на наших курсах и на наших семинарах. Спасибо всем. Скажите, а вообще какие нужны знания, чтобы работать в диджитал-агентстве? Знания. Если у кого-то есть желание, собственно, начать свою карьеру, работать в диджитал-агентстве, то в первую очередь надо выбрать направление. Как я уже вначале говорил, в диджитал-маркетинге очень много направлений. Это и email-маркетинг, это и SEO, это и, собственно, аналитика, и это и реклама, контекстная реклама, медийная, и аффилиат-маркетинг и так далее. То есть довольно, ну, социальные сети вообще, SMM отдельная отрасль. Поэтому в первую очередь в большинстве рекламных агентств, чем они, собственно говоря, и берут, в чем, собственно, сущность агентств? Потому что агентство это просто взяли, собрали специалистов во всех областях в одно место. То есть если у нас какой-то заказчик, например, это какая-то компания решила какую-то маркетинговую активность в интернете проявить, то им придется либо отдельно искать всех этих экспертов, потом как-то объединять их, вырабатывать с ними общую стратегию, от кого-то отказаться. В итоге, в общем, это целая морока. Поэтому удобно всегда обратиться к агентству, потому что в агентстве всегда есть эксперты во всех областях. Вот, собственно, главное, что нужно сделать, это определиться с тем, что вам интереснее вот лично, вот вообще во всех этих направлениях интернет-маркетинга, попробовать разобраться. У нас, кстати, недавно был целый цикл семинаров на эту тему. Они есть у нас, мне кажется, записи даже о том, какие именно направления интернет-маркетинга, за что отвечают, с какими особенностями там можно столкнуться. Ну, если, скажем так, хочется обзор какой-то найти, ну или просто сделать это в интернете. И я уверен, что после того, как вы сделаете правильный выбор в пользу того или иного инструмента, дальше станет просто вопрос освоения этого инструмента, и потом можно уже с навыками владения этим инструментом смело приходить в диджитал-агентство. А специальное образование? Вот, да, я сейчас вот открыл, как я и говорил, у нас есть на сайте специалиста видео для, в частности, это наши семинары, которые вел я, Василий Яков Михайлович. Вот здесь как раз «Как открыть свое дело» он назывался, но на самом деле мы рассматривали там все рекламные каналы, SEO вот отдельно у нас был блог и так далее. Поэтому можете посмотреть, они доступны там в очень сжатой форме. Я, как всегда, стараюсь немножко так сделать обзор такой. И вопрос ваш был?
образование. В диджитал-маркетинге чем хорошо? Сейчас не требуется какого-то узкоспециализированного образования в большинстве случаев, потому что в большинстве случаев интернет-маркетинг – это синтетические области такие, которые, ну, то есть, во-первых, в институтах нет у нас пока таких профессий, нигде таких специалистов не готовят. Поэтому в большинстве случаев хорошо всегда, если есть какой-то технический бэкграунд, не обязательно на уровне программистов, нет, конечно, то есть это все таки маркетинговая специальность, это не IT-специальность, но базовый какой-то технический бэкграунд. Мы, например, в центре всегда стараемся наших слушателей вести по пути сначала интернет-технологии для маркетологов. У нас есть курс такой, это базовые как раз основы для интернет-маркетолога, языком интернет-маркетолога, но только все-таки рассматриваем то, что технически нужно знать в интернете. А потом уже можно двигаться в сторону, ну, уже в соответствующей тематике, и здесь возникает там целая масса навыков, которыми надо обладать. Если вы хотите стать копирайтером, например, то, очевидно, вам нужно учиться писать тексты, владеть языком, владеть интернет-языком. Если вы собираетесь быть аналитиком, то тут, естественно, понадобится знание хотя бы на уровне Excel какого-то, там, ну, более-менее углубленное, да, работа с данными, другие вещи, ну, в частности, немножко на уровне JavaScript хотя бы и так далее. Если уже есть желание в рекламу пойти, то здесь понадобится, как правило, у нас даже вот для рекламы нет обязательных требований, потому что здесь больше, ну, там вообще все объединяется, и умение писать тексты рекламные, и, собственно говоря, знание инструментария технического, но в большей степени там, ну, некий опыт работы надо нарабатывать, наверное, то есть там специфических каких-то знаний не предполагается. Поэтому вот можно посмотреть на нашем сайте, у нас есть такая рекомендуемая картинка, рекомендуемая стратегия прохождения курсов, там почитать требования к курсам, и вы увидите, что именно требуется для того, чтобы начать заниматься тем или другим видом деятельности в интернет-маркетинге. Ну, ну вот, наверное, так было бы более правильно. Спасибо всем, до свидания, ждем на других встречах вас.